Но однажды первая мысль была: кто она вообще такая, да и откуда взялась? Ну а теперь не росли вода, мы одно целое. Мы дальше братья во положены, как черное и белое. Как мы сейчас без нее вообще не представляем. Никто мне не заменит ее существование. И даже если мы в ссоре, то значит скоро обиды взорвутся, прежде чем парить над землей. И нас не разделить. За все время нас связала очень крепкая нить. Куда бы ни несла на жизнь, как бы ни старалась, мы искренне улыбнемся, как и улыбались. Чего я не смогу, так это про нее забыть. Стать подругой сложно, но сложнее ею быть. Конечно, все не гладко у нее и у меня, но клянусь всей душой, тебя не брошу никогда. И на свете лишь один человек, который будет с тобой рядом, для себя свернет горы. И когда соленые слезы падали на простынь, друг к другу подходили и обнимали просто. Объятия проникали, сердце этого хватало. Я поняла, ты не подруга, а с неба подарок. Самые яркие моменты из прожитой жизни, с кем я разделяла? А ну-ка, скажи мне, всю радость и печаль пытались поделить. Между собой я отдавала свое счастье, забирая твою боль. Не хотела слышать про плохое настроение. Насчет тебя не возникало никаких сомнений. Я верила в тебя, говорила, что... Что справишься моим советом, следуя, всегда мне улыбаешься. Если когда-то у меня не станет тебя, слезы появляются. Даже не хочу представлять таких, как мы. Очень мало искренних подруг, две разные стороны. Кто-то север, кто-то юг. Очень часто мы с тобой спорим. Но если надо, я готова отомстить любому. Меня спросили, за нее умрешь. Но вдруг услышали твердый ответ: я за нее убью. И на свете